Так, Сергей Поклевка, ребят, только видео сняли, и Сергей Машковский, город Волоколамск. Давай, давай, Виталик, сейчас всей командой, короче, будем. Виталик, Подсак, Сергей, Таня тащат это, карпушку. Отлично, Виталик, давай, газуй, газуй. Команда есть команда, все дружно помогаем. Рыбку из пруда достаем, мостик 104. Отлично. Карпушка. Сейчас поймаем, поцелуем его в ушко. Давай, ловись, рыбка, рыбка непростая. Ловись, рыбка золотая, с кольцом золотым. И Сергей будет двукратным золотым чемпионом тогда. Возьму один фиг золота. Да, да. Ну нет кольца. Нету. Она уже блестела. Видишь, плюк, 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 плюк. Молодцы, молодцы, уважаю. Вот так, ребят. Ловим по-тихому. Молодец, Сергей. Вот так. Там, конечно, у нас ребята на большой воде осетров ловят по-тихому. Ну, кто-то еще, ребят, еще не поймал. Поэтому слабенько. Ну, а Сережа приехал час назад, и уже вот здесь он четвертый, да, Сереж? Да. Сережа, он молодец. Он авторитетный парень. Три схода еще было? Да. Отлично, отлично. Виталий, а ты за сутки ничего не поймал? От штуки и четыре схода. Три карпа поймал? Слушай, да. Игорь, смотри. Отлично, отлично. Отлично. Сережа ловит на флет. Молодец, Сергей. Отлично. О, в такой карпик он и вкусный. Вообще молодец, молодец. Отлично. Вот так. Команда есть команда. Вот так. Ну и бывают моменты, я говорю. Вот. Виталий, у тебя три карпа ты поймал, ты говоришь, да? Да, точно. А тоже на 105-м мостике? Нет, на том. Ну, на 105-й тот, да. 105-й? Да. Вот, Виталик у нас тоже поймал на 105-м. А ты когда ночью поймал? Одного вечером и два утром. Ага, отлично, отлично. Превосходно, отлично, превосходно. Я очень счастлив, что у нас рыбка поклевывает. Так что, Сергей, молодец.